переходная. От того корпуса до этого переход. А вот там находится аквапарк. В него надо найти тот, кто может вложить деньги, чтобы его починить. Там фонтан, а здесь большое здание. Так, тут у нас танцпол находится. Перегородочка вот эта светится красиво как. Запах вообще вечерний обалденный. А там просветы. Ничего не видно, так смотрите, идем тут. Темно, что-то хотел рассказать. Я хотел. Тут позайдем по санаторию, а тут темно так. Обычно все-то что-то видно, а тут так мостик такой. Хорошенький, дискотека закончилась. Да? Как мы сделали? И на пятом этаже нам дали. Дим, все грязный. Давай выкинь. Я заберу. Выкинь грязный. Давай я его заберу, но его выкину. Да что ж ты? А тут газеты да даже. Ой, что ты здесь? Дим. А, тут вон лесенка эта. Вот тут эта лесенка, которую мы видим с той стороны. А я думаю, ну просто чего же она находится? Значит, у мальчишек у них, наверное, это как раз лесенка. Пошли. Зачем выбивать стекла? Водичка тоже есть, которая меняется. А, ну у них вот, видишь, тут гладильная доска. А у нас как раз комната. Пещеры. Красные. А, нет, золотая соль. Так это все выглядит. Здесь кожаные хорошие. Камушки тут. Пока никого нет, засняла. Народ уже идет. Девятый этаж. В девятом этаже. Линолеум. Ничего особенного, да? Девятый, как девятый. Картина. Такая. Обои. Ну, линолеум проще, наверное, помыть его и все. Пошли вон там окно посмотрим. А двери смотри. 905 уже. Окошко. А, тут вообще все видно, смотри. Волк, да, не волк, а как оно, Жигулевское море видно. А, да, оно получается. Зачем Алиса? А что ты кричишь-то на весь этот? Тут вон пробито окно. Типа. Да. Весь этот корпус. Раз, два, три, четыре, пять этажей. На пятый этаж тяжело подниматься. Да? Там вот переходная. На восьмой этаж идем, да, Дим? Восьмой. Тут есть часы. Восьмой этаж. Тоже вода закончилась. Но их принесут скоро. Тут камера есть. А там камера, кажется, есть внутри. О, тут окно такое большое, обзорное. Восьмой этаж. Дверь какие-то косившиеся. Ну, тут пониже уже. Он мой, загурозская. Тут синичка была. Седьмой этаж. Здесь есть холл. Еще соседи ругаются, что-то громко. Седьмой этаж. Ну, журнал тут есть. Креслица тут. Нет, можно присесть. Сидеть тут тоже вода закончилась. Я думала, только наш этаж водохлеб. Тут пожарная есть лестница. Если так чего, можно спуститься. Очень, кстати, классно. Шторки такие. Симпатичные. Пошли, пройдем. Вот там дальше. Гладильная доска есть. То есть на каждом этаже есть гладильная доска. Лучок, наверное, можно взять. У нас номер не люксовый. Самый стандартный. У нас даже фен есть. Вот мой секундарский. Цветочек. А, еще ниже, смотри, стало. Да? Да.
Этаж шестой, смотрите, здесь одно креслице. А, шторки, кстати, красивые. Вода есть. Тут, наверное, мало водохлебов. А, на шестом же мы были вроде сегодня, да? Да? Водичку уже заменили. Нам тоже скоро. Ну, тут быстро воду меняют. Не знаю, мне кажется, это самый идеальный санаторий. Здесь все идеально. Даже питание. О, тоже камера. Ну-ка. А, тут тоже видно Жигулевское море. Чуть-чуть, правда, кусочки. Ну, это не такое, это же не Черное море, в принципе. Мне вот так вдаль посмотреть, ну да. Море. Тоже дорожечки. Пошли дальше. Пошли дальше. Шторки красивые. Шестой. Следующий наш пятый у нас уже такой. Ну там через этаж, да, получается, Дим? Нет. А с чего это она? А, это из веревочек. А, это как это, как коврик, как будто бы. Да, прикольно. Что у нас? Так, наш номер. Было две кровати. Раскладушку сюда ставили. Две тумбочки, кстати, очень классные. Телевизор был, тумбочка, холодильник довольно хорошенький. Телевизор работает, два стакана, стулья. Вот мы уже сложились. Очень хороший подоконник, кстати. Смотрите, насколько он широкий. Ребенок садился и кушал тут. Там был, ну, немножко, конечно, вот это. Довольно хороший. Вид с балкона. Ищем кабинет. Ух ты, там какой вид. Тут кабинет 12, и надо попасть мне к врачу. Его нигде нет. Вроде его не видать. Прям надо было ветровку взять. Какую ветровку? Прям какой. Столько места вообще. Надо же. А там 14 кабинет. Сюда. А, и выход. Что мы нашли? Красивенько. Я бутылочку попить. Я не взяла. Что ты дома не попил? Ну, там стакан же есть вон. Вон же есть стакан, возьми. Прыгали, да. Там ремонт идет. Бассейн. А типа стараешься, если сам ты прыгать в бассейн. Там прям горка, жалко, не работает. Ну, давай, ремонт хотели делать. Там. Только красиво. А вон чуть-чуть видно, Дим. Вон там видно. А, ну коробки, да, вон, видишь. Ремонт там был. Идет. Денег, наверное, нет на ремонт. Не трогай. А видишь, опечатано. Вот так поднимаешься. Дима, не трогай, говорят тебе. Там вон детский бассейн. Тут вон сосновый бор. Да. Сосновый бор. Видай, наехай. Люди спят тут. Там тут номера. Вон что тут. В окошко будешь смотреть. А, ну вон та переход, ух, по которому мы шли, видишь, как, вот сверху. Как высоко мы. Пошли с другой стороны, сейчас посмотрим. Да я сегодня наел. Ну что, в библиотеку с тобой найдем, посмотрим. Время 10:51. Я думаю, еще сейчас откуда дверь-то? Тут тоже так же номера. А двери, смотри, Дим. Двери, как у нас были до ремонта, такие же были двери, помнишь? Ну, здесь то же самое. Это уже пустые двери. Тут тише. Тише, что ты говоришь? Тут? Да.
тот синенький, там красно-синий. Какой еще был? Ну, тут так же. А, ну тут тоже так же номера идут все. Да? Да. Тише только. А, библиотека. Вот она где. Смотри. Тут библиотека. Тут книги стоят. Смотри, как клево. Book crossing. Можешь сюда книги привезти. Из дома не нужно тащить только. И поставить. Да? Подожди, я посмотрю книжечки. Не надо. Какая тут пальма. Библиотека. Тут, кстати, очень тихо. Картины там такие. Ну, книжек чуть-чуть, немного. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И все. Находится на 9-м этаже, оказывается. Тут 6-й этаж. Зелененькая, смотри, все. Ух ты, а там, смотри, картина какая-то. Там зал, наверное, какой-то. Пойдем посмотрим. Пускай. Тише. А, там кабинет какой-то. Да, ну туда зайти. Смотри, какая красивая картина. Тут тоже номера. Что там написано? Уважаемый, отдыхаем. Процедура отпускается во время работы. Дима, Дима. Стоп. Не надо. А, гинекология кабинет. Там. На лестнице. Там гинекология. Здрасте. Давай там посмотрим. Ну, где спускаться рядом? Ты не поймешь, Дима. То давай смотреть. Лес посмотришь или лес посмотришь? Там лес. Пойдем посмотрим с другой стороны. Оранжевые какие красивые, волнистые. А картина какая, смотри. Картина какая. Смотри, уже темный. Уже темненький. Все то же самое. Все то же самое. А там стеклоты и таз. Ну, там. А там гуси лебеди были. Да, гуси лебеди. Да, стеклоты. Какие диваны. Темно-зеленые. Я нажимаю. Нажимай. Кожаные диваны, уже 3-й этаж, да? Двери это уже такие солидные. Ну тут уже интерьер. Тут уже так солидненько. Там уже кто-то убирается. Ну тут уже так посолиднее, да? Здесь туалет целенький. Чего? Тут он какой. А, ну тут вот дискотеки проходят. Когда холодно, зимой, наверное. Ну пошли, давай ручку. Здесь что? А, бухгалтерия. Пошли тут посмотрим. Диджей. Я нет, а ты? Ух ты, смотри, тут. Тише, Тихо. Тихо, не надо меня тянуть. Ай, тихо, волосы. Ходим же с тобой так. А тут что? А, там лес, смотри, вот это. Аккуратнее наступай, там штора. Там лес, смотри, а с этой стороны что? А, тут внутри тоже есть какие-то дорожки, смотри. Там тоже есть какие-то дорожки. Wi-Fi. А, тут Wi-Fi есть. Дима, аккуратно, выйди оттуда. Сиденье, хочешь посидеть?
Ну, ниже там столовая уже все. А, вот зрительный зал находится здесь. А вот мероприятие сидим, смотри. А, кстати, там сегодня же это... Фильм какой-то, «Пальма», про собаку. Кино с 17 марта. На кино пойдешь? Кино? На кино пойдешь смотреть телевизор? Да. Ну, там будет фильм. А, там дискотеки сегодня не будет, будет фильм. Очередной потом, да? Тут вон, смотри, что-то. А, это экскурсии, смотри. История основателя. Комплекс для всей семьи. Этаж на свой пойдем. На свой? Что, домой что ли уже хочешь? А вот, смотри, расписание детской игровой комнаты, Дим. Второй этаж. Ну, это на... А, корпус СОК. Это там, где корпус СОК был где-то. Смотри, с 9 до 9.30 проведение. А, так, это важно. Уборка, игры по интересам. С 9.30 до 10.30. Где-то время идем. Творческая мастерская с 11.30. Ой, с 10. Смотри, вон. Сказочный лес. Да тут вообще расписание на целый день. Пойдем мы туда. А ты идти не хотел. Культурно-развлекательная. Тут зона отдыха. Камеры. 4 камеры ванны. А вон там, по-моему, если пройти, душ, сухие увлажняющие ванны, криосауна, сауна с бассейном. Ну давай посидим. Аптека. Аптека, смотрите, есть. Всякие эти мыла есть. По 39 рублей. 32 рубля даже. Самое дешевое. 55 он. Гели, ушные палочки здесь прям вообще классно. Шампуни дают всякие. Цены, кстати, очень дешевые, 145. Аквадатрин 165 всего. По-моему, дороже стоит, точно дороже. Снуп 129. Так вам Марс, интересно, есть? А, ну вот там Бордо уже 395, это дорого. Жалко. Здесь постилы 200 рублей от кашля. Это я, а вот Супрастин 129, вот. Таблетки от аллергии. 25 миллиграмм. Вообще дешево, мы по 300 покупали. Глицин 34, он 50 стоит. 50 даже больше, что-то я есть хочу. Вот у меня лекарства все. Какой-то алтайский букет, печеночный, бальзам. Бальзамы всякие, 185. Вода, ну вода 45, не знаю, сколько в магазине стоит. Смекта 145. Крапива или из пустырника. Какая красота. Это был вот этот вот корпус. Девятиэтажный обзор. Там бассейн где-то должен быть, сауны всякие. И все такое. А вот тут вот как раз аквапарк. Закрытый. О, фонтан. Дима, аккуратненько. Парковочка. Ну, одно место всего свободное, да. На солнце стоит небольшая парковка. А, ну, тут два места. Старячимся. Почему так? Вообще. На гармошке играли, но я была в этот момент в эфире, в лайке. Там вам показала.
Какой аромат обалденный. Грибы, смотрите, как настоящие. Гномку. Знаете, каждый раз идешь, что-то новенькое видишь, а тут памятник вообще. Маме, малышу. Запах вообще, вечерний запах. Шикарный просто, шикарный. Хоть тут и дорога есть рядом, но все равно, конечно, отличается от городского запаха. Все равно офигенно. Офигенно пахнет. Шумно, но час только. Проехал мотоцикл. Лиса, зайчик. Классно. Вид какой он сейчас шикарный. Велосипедик. Какой красивый. Ну, все-таки все равно, смотрите, вот такие вот всякие штуки, но они красивые. Они классные. Ну, представляете, если бы не было, было бы как-то не так. Он на велосипеде катаются. Здесь тоже. Ну, мама моя с Димой идет. Как красиво. Кутики, цветочки всякие. Которая нагнулась? Слушай, какое оно мощное дерево, смотрите. А потом она раздвойняется. Идет дальше вверх по две штуки. Офигеть. Ай, девочки молоденькие. А они потом вырастут такими же, будут большими. А вы куда идете-то? Сейчас мы с вами посмотрим. Вот так хочу сфоткаться. Какая она мощная. А кора какая. Прям такая классная. А запах. Похоже, это на раку, как будто это крыша похожа. Крыша. Никого нету. Все на фильме. Фильм идет, там сегодня пальма. Ах, такой воздух красивый. Тут как фотозона такая небольшая, стульчик. Пианино. Как-то пианино там по-другому называется, не помню как. Здесь вот лавочка какая. Цветами вот обградить. Будет красиво. А здесь памятник. Маме и малышу. Такие они прям это упитанные, не худые, прям красиво, да? Бывают памятники разные, бывают что-то не очень, а бывает вон красиво. Здесь вот аквапарк, оказывается, закрылся в 2014 году. И все, на ремонт. И все. И не делают, ремонт не делают, там все заржавело уже. Видно, что грязное такое, никто тут даже не ходит. Вон даже дверь видно, что опечатанная. Вон опечатан. Хотя, если, может, опечатанная, значит, нельзя заходить по каким-то причинам. Кто знает, напишите в комментариях. Это новый корпус. Запах какой обалденный. А, фонарики. Включились, по-моему, не было включено. Красота. Ой, а тут как красиво. Птицы там поют. Давай ручку. Цветочки какие. Цветочки. Какие цветочки. Красивые. Пойдем. Тихо-тихо, не тяни меня, не надо так резко. Цвет. Там прям ямка. Какая-то как джунгли. Тут вон розы. Даже нельзя. И лес.
На танцы же будешь ходить? Вечером на танцы пойдем. Что, бабуль тоже подмерзла? Да нет, а вот, кстати, кафе, который вот этот ресторан-то. Кафе, кафе. Ну, пригласят. Ну, который, где мы это кушать, где? Нет, где кушать будем? Кто-то у окошка, он прям сидит. Классно. Там будем мы кушать? Да. Когда там нас позовут. Какой желтенький. Ну, каштан еще цветет до сих пор. В городе уже перестал. А в городе ты перестал. А этот большой какой? Где каштан большой? Вот дерево, каштан цветет. Видеокамера у них тут. Ну, конечно, мало ли. Проберется так. Можно кататься, если что. Как-то. Какая-то беседка там у них. Угу. Ну нет, не понимаю, что территория небольшая. Вот она и вся территория. Да? Да. Я думала, как в Дубках. Где же у них прячется второй бассейн? Роза, смотри, мам. Здесь. Сейчас еще мы найдем площадку. Еще сейчас найдем. И ищем. А это вот что, жилые корпуса? Ну, наверное, новые. Какие-нибудь. Здесь, наверное, интересно. Да нет, должен быть забор. Как же? Ну и там где-нибудь. Забор. Заходи, кто хочет. Не, ну а там дальше. Мало ли, может, волк сюда зайдет. Смотри, как она. А, вот где-то. А мышка играет где-то. И радуешься, да, она плачет, а ты радуешься. Танцующий вечерний фонтан. Успеем. Там здесь Баба-Яга живет. Цепью. И дорожечки есть. Ну, смотрите, еще нашли ход. Отсюда вон лес там виден. Ну, можно так походить. Небольшой кусочек леса. Тут вон красиво как. Стульчики, столики. Можно прийти, покушать. Что-нибудь, только нет магазина. Только купить это все негде. А там у нас столовая находится наша. А как поют птицы тут, Дим, слышишь? Прям особенно слышно. А вот я и в лес вошла. Тут, кстати, дороги вообще не слыхать. Тут немножко корпуса. Вот она дорожка, лавочка, смотрите, нашла. Тут птицы поют. Сегодня нету тех птиц визжащих. Ну, какие-то были черные, либо это ворона была, либо это галчонок или грач. По-моему, грачи тоже черные, не головки более черные. Не знаю, кто там так кричал. Вот прям вон тропиночка выложена. Ну, здесь все огорожено забором, поэтому, в принципе, здесь все хорошо должно быть. Там вообще песочек. Здесь очень тихо. Тут даже, кстати, дороги не слыхать. Ну, в принципе, есть, да, небольшой кусочек леса. Хотя, честно говоря, я думала, что здесь лес будет огорожено гораздо-гораздо больше. Здесь больше такие сосны, которые выросли сами. То есть, ну, у нас на даче, например, сосновый бор, его чисто сажали, там видно. То есть они все, эти сосенки, стоят в ряд, подкопанные такие прям. Там много-много-много иголок, шишек. Земля такая особенная, настоящая земля. И то, что у нас в огородах, за ней даже, я помню, ездили. Здесь Дуля ездил даже. Надо сказать, очень тепло сегодня.
Но уже на следующей неделе мы будем уезжать. Так не хочется. Я думала, у нас еще целая неделя. Так не хочется отсюда уезжать. Надо было, когда мама покупала путевку. Надо было искать, что побольше брала. Уже полных две недели было. Ой, такой запах вообще, ароматы такие. Нет, там кричит вдалеке. Вон там, получается, забор. Ладно, вон уже летит та птица странная. Еще где-то дятел. Или что-то скрипит странное. Дерево, что ли, пошатывается. Кормушки. А вот и лес. Правда, он там заборчик чуть-чуть виден. Но лес тут шикарный. Жалко, что там забор. Я прям туда напрямую пошла бы. Вот так выглядит земля. Мягенькая такая. Шишечки хрустят. Прям такие хруст-хруст-хруст. Да, СМР прям. Неплохо было бы. Жила бы здесь поближе, я бы набрала шишечек по ним ходить ножками босиком дома. Или подушку какую-нибудь шишечную сделать. Слушайте, идея. Подушку надо шишечную сделать. Надо мешочек набрать. Шишек разноформатных. Да? Вот всегда мне идеи приходят, когда включаю камеру. Так сама идешь, идешь по лесу. Ничего не видишь. Кора. Ну, тут кора, конечно, не ободранная, она темная. А у которых ободранная, она красная. Такая бордовая. Бордовая, да. Хрустят, как они. Как красиво, боже мой. Какая красота. Ну, и сосновый бор красивый. И березовая роща, конечно, красивая. Ну, тут прям запах сосенками. У меня прям нос сразу дышать начинает. Вот приходишь сюда, какая-нибудь козюлька все равно мешает. Вот. Тяжело дышать. А здесь приходишь, в сосновом бору посидишь, сосенками подышишь, прям дышится хорошо. Где-то на природе не особо. А вот здесь микробы, видимо, убивает, что ли. Комаров здесь особо нет. Прям шикарно. Шикарно, шикарно. Там вон дождь идет. Дождь прям идет, надо же. А здесь у нас еще нету. Сейчас придет сюда, наверное, тучка. Или выльется. Все нету, надо же, смотри. Еще не дошло до тебя, мам, дождик, да? Перестал. Перестал? Ну вот видишь, там, главное, рядышком, да, кусочек вылилось. Маленькая, да, прошла? Я думала, сейчас дойдет. Все, там перестал. Чуть-чуть.
Тоже? Отдыхают. Смотрите, лес. Красивый. А там качели. Качели. Вон, дети, будешь кататься. Я не буду кататься. Знаешь, что нельзя, да, купаться. Я буду кататься. Это же там рядом лес даже. Лес. Горы. Какое место шикарное. Шикарное место. Шикарное место. Он за мной повторил. Молодец, правильно сказал. Бля, мне кажется, такие места. А здесь может кафе, кафе. Я хочу прям в лесу кафе, жить, бля. В лесу хочу жить. В лесу. Бля, в доме, в лесу. А вот здесь туалет, наверное. Наверное. Хорошо. Туалет — это хорошо. Вон на машинах внутри сгорается машина. А, тут вообще. Да, Жигулевские горы вон видны. А, ну туалет, да. А вот пляж. Это был санаторий «Надежда». Отдых. Здесь горы какие там. Впереди валка, там музыка. Говорят, магазин пока еще не нашли. Сказали. Одни говорят, есть, другие говорят, нету. Здесь лавочки, зона отдыха. А он длинный пляж. Только такой вход здесь крутой прямо. Такая красота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь деревц стоят. Красиво стоят. Прям рисовать можно. Здесь что-то, видимо, магазин, наверное, когда-то был. Здесь вот такая зона отдыха. Деревца. Думала, березки. Нет, не березки. А там какой вид открывается. Ба, шикарно. Красота какая. Вот оно, Жигулевское море. Вот оно. Красота какая. Там пенится просто.
ну да, вон канал дальше идет. Но она не такая небольшая. А, может пожарный? Цель. Если оттуда что-то пойдет, то хоть не в лес. Ну да. Там же мусор. Дай тебе руку. Давай, Дим. Я вот какая. Мне было бы дым. Не хочется. Да и мне не хочется. Пошли. Куда чего тебе не хочется? На дорогу выйти. Ты хочешь на дорогу там выйти? Не там, я не знаю. А, ну давай. Пошли всю дорожку. Тут всю маме надо полить. Отсюда вон, видите, кажется, как будто вообще там газонная травка, да? Красота. Мне очень вообще ног.